Всем привет, дорогие мои друзья, с вами Рэй, и сегодня мы поиграем в игру, которая называется Battle Buy. Ну что же, давайте забираем мы вот эту пушечку, я так понимаю. Ага, забираем. Не получается почему-то у меня. Конечно, еще ошибку какую-то мне выдает здесь. Вот теперь забираем, отлично. Так, необычные вещицы, достижение получил. Что у нас тут выпадает? Какие-то ресурсы. Ух, сколько вас тут, ребята, а? Ну что же, давайте посмотрим на кораблики. Так, эта пушка никогда не подводит. Давайте поднимем уровень. В погоне за уровнем достижения я открыл. Давайте еще один уровень поднимем. Так, 83 урона. Ну, неплохо. И можно, наверное, еще один поднять. Ага, хрен там. Ладно, перебьемся. А ячейку... Ячейку я могу. Отличненько. Так, ну что, а здесь у меня еще какие-то два неоткрытых. А вот этот я могу взять. Но я даже не знаю. Давайте этот купим. 10 тысяч. Золото он стоит. Так, отличный корабль. Первой категории, оказывается, он. Хм. Так, мощная пушка наносит значительный урон, а тут создает щит, оберегающий от воздушных атак. Увеличивает скорость вращения турнири, прицеливание, короче. Угу. Даже не знаю. Ну-ка, давайте вот эту вот попробуем поставить. Вот так. Ага. А фиг там называется. Две пушки я не могу носить. Обидно. Так, покрывая расстояние. То бишь скорость. Ну что же, давайте тогда, я не знаю, выберем этот корабль, может быть, и попробуем на нем улучшить. Я не могу. Жаль, жаль, конечно. Ну что, где тут у нас, я уже забыл. Хотя, ребята, я могу улучшить этому кораблю щит. Давайте поднимем уровень ему. Новый уровень. Второй. 82 ХП, отлично. Так, не буду я жемчуг тратить, пока перебьемся и так. Ну что же, наверное, пушку. Давайте вернем сюда пушку эту. А на свой первый корабль поставим эту. А, тут такая же, елки-палки. Ладно. В общем, поедем с вами на первом кораблике. В задании глянем, что у нас здесь. Ничего хорошего. В общем, ребята, давайте приступать к бою. Волны могут поглотить воздушные снаряды. Угу, хорошо. Ух ты, я в команде два русских. Отлично. Ну что ж, ребята, давайте покажем им, где раки зимуют. Поплыли. Сразу скажу, ребята, я в нее не играл. Прошел только обучение. Поэтому, можно так сказать, это мой первый боевой выход. Где они там у нас прячутся? Ой-ой-ой, какой слабенький впереди меня. 250 хп у корабля. Да, не фартит. Вон они, гады. Ну что, ребята, приступаем. Приступаем к разделыванию. Черт, не могу пока никого... Вот, один есть. Блин, и то мимо, а? Ты куда, красавец, идешь, а? Ну-ка, отойди отсюда, на. Как вот так вот можно в прямом, блин, прямое попадание и мимо. Ну-ка, давайте еще разок. Вот, это уже другой разговор. Так и будем с ним вместе плыть. Он, кстати, куда-то в другую сторону вообще смотрит. Даже не обращает на меня почему-то внимания. Ух ты, красавцы мои там дают жару. Ну что же, придется его добить тогда мне. Добил, конечно. Ладно, кстати. А, нет, все нормально, все пучком, ребята. Я думал, что я пушку не поменял. А у меня тут все идет как нельзя хорошо. Ёлки-палки, остались только я и еще кто-то против троих. Ну, у этого хоть хп много, и это радует. Ядрить надо. Залез в зону взрыва.
Давайте-ка этого попробуем разнести. Шикарно. Ух ты, добью, нет. Не хватило чуть-чуть, ребята, чуть-чуть не хватило. Ага, отлично. Так, 2 на 3. Черт подери. У них преимущество. Вау. Ё-моё, чё меня так быстро разобрали-то, ребята? Куда плыву? Назад, 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 назад. Ё-моё, это что за крейсер тут? Аврора выплыл. Надо его бомбить, ребята. Хотя я чувствую, я сейчас добомблюсь. Опа-на, ну тут вы видели сами, я попал просто в ловушку. А это что у нас за Феликс 16? Ну давайте посмотрим, как он тут будет справляться. Блин, он тоже попал под минометку. Конечно, это нам не на руку, ребята. Нет, его здесь разберут. Они вдвоем против одного, тем более он уже практически все. Все, нас добили и мы проиграли. Ладно, хрен с ним, отомстим. Давайте так сделаем, не будем мы бонусы эти дополнительные брать. Хотя можно было бы видео глянуть, ничего страшного в этом не было бы. Но пока не будем. Так, я получил детали. Черт подери, что бы сделать-то, а? Может быть другой корабль взять? У этого вроде бы, ага, 600 прочности. Так, что, не учится, давайте выучим его. А вот только кого лучше взять? М? Свирт? Бхурт какой-то? Ладно, пускай обучается. У Исака есть талант. Исак, вот он. Какой у него, блин, талант? Не надо мне ничего, блин. Ну, я вижу, у него бомба, и что? Блин, активировать ее, что ли, надо? Давай так сделаем. Ага, отлично. Ну что же, приступим опять к разборке. Ух ты, практически 50% команды русских. Отлично. Ну, я думаю, сейчас, ребята, мы им покажем, где раки зимуют, потому что только русские ребята у нас адекватные, остальные все какие-то в неадеквате. Вот сколько я тут посмотрел в обучении. Ой, ребята, корабль я взял какой говёный. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А говёный в плане чего, ребята? Вот эта пушка, она очень долго перезаряжается. И вот этот щит, он мне, в принципе, сейчас здесь не нужен. Ладно, выбрали так выбрали. Вон они уже. Так, щит я активировал. Только нахрена сам не пойму. Давай-ка вот этого ближнего. И мимо. Ё-моё, блин. Эта пушка вас никогда не подводит, блин. Конечно. Еще как, блин, сзади уже вражина крутится. В общем, ребята, попал я в огненное кольцо какое-то. Так, фатал. Давай-давай-давай-давай-давай, родной, пошли. Вот этого добьем и... Отлично. Во, нифига он бронявый. Прямым попаданием, и он выдержал удар. Ладно, далеко не уйдет, я думаю. Так, иди, красавчик, ко мне. Вот так, шикарненько. Что ты там, как черепашка? Замедление у него, оказывается, да, было? Ладно. Да ядрите его на корень. Как все-таки неудобно манипулировать этой лодочкой. Я в плане того, что я настроил ее на клавиатуру, но... Тем не менее, разворачиваюсь я на мышке. Также у меня идет выбор оружия и, естественно, огонь. Ну что же, ребятушки, вроде бы все идет на мази. Надо этого добить. Пока нет никаких смертей ни у кого. Торпеда летит. Отлично. Блин, это было... Это была ихняя торпеда. А я уже было подумал, что наш пульнул. Ну давайте уже, ё-моё, блин, эта пушка пока перезарядится. Огонь. На-ка, красавчик. Великолепно, мне понравилось. Так, приступаем к следующему. Кто у нас тут, смотрю, 195 хпшек. Вот этого бы, конечно, было бы хорошо добить, ребята. Так.
104. Ну что же, я думаю, пора его, наверное, преследовать. Щит, если что, у меня есть. Зачем я его только активирую? Хотя тут, знаете, что? Лучше лишний раз подстраховаться. Блин, он больно скоростной. Отрывается от меня. Причем довольно неплохо. И в то же время он в меня еще и строчит. Иди сюда, упырь. Я твоя смерть. Да черт, поворачивайся ты, лодка, а. Эти волны еще, ядрить его на корень, а. На-ка, и мимо. Так, ребята, мы несем потери. У нас уже двоих снесло. Это очень плохо. Это очень плохо. Да когда ж ты перезарядишься, а? Ёлки-палки, ребята, еще одного нашего убили. Вот так вот, пока я плавал за этим говнюком. Хотя у него 10 хп осталось. И там 72. Да ё-моё, как же так. Ну, давай. Бомбим, отлично. Фух. Итого 2-3. Ладно. Вот этого надо добить, ребята, у него 8 хпшек. Куда ты, сволочь, за скалу спрятался? Надо его брать вокруг. Так, он идет, как раз выплывает. Сейчас я должен его здесь встретить. Что он там притулился, а? Не нравится мне это. Не ловушка ли, а? Да не, не должна. Ух! Сзади уже бомбят, ребята. Сзади бомбят. Так что... Вижу, там с 1% вообще плывет ко мне. Ну где он тут? Вот он. Блин, промазал еще. Давайте. Отлично. Бинго, как говорится. Ё-моё, я один остался, ребята. И против меня двое. Блин, вот этого надо было добить. А он уже сиганул от меня, зараза, а. Так, ну-ка попробуем. Почем фунт лиха? Нет, ребята, я его не затащу. А вот меня, по-моему, сейчас уже здесь шибанут. Ё, откуда сбоку-то? Так, ладно, проиграли. Ничего не поделаешь. Да, печалька, конечно. Ладно, поехали далее. Поплыли, точнее. Забрать. Ага, сахар получили. И ящичек. Опять с деталями. Можно улучшить эту пушечку, а? Можно. 55 урона. Маловато, конечно, будет. 10 деталей, чтобы объединить. Хм, и что это будет, интересно, такое? Непонятно. Так, эта пушка есть. Так, ребят, ну вот здесь вот две пушки у нас. 91 урон, отлично. Давайте уж потратим. 96. И еще разочек. 42 этих. Хрен с ним, была не была. Соточка. Ребята, соточка урона. Я выберу его и поплывем мы, наверное, на нем. Ух ты, я еще сундучок получил. Необычные вещицы. Так, пушку заработал и детали. Так, давайте посмотрим. Что это такое? Стандартная мортира. Угу. Вот так вот сделаем. Сколько там у нее сейчас будет? 114 урона. А если еще разок? 120. Шикарно. Ну что же, я тогда на ней и поплыву. Она у меня более-менее раскачанная. Так что должно быть все хорошо. Купить. Давайте, наверное, купим за 15 звезд. И опять, ага, две пушки дали. И запчасти. Ладно. Пока нам как-то не до этого. А будем мы с вами опять воевать.
В моей команде еще один из России. Винди. Тут еще Нути какие-то. Шар. Шарп Саола. Итальянец, что ли? Ну, да не суть. Я взял, ребята, более маневренный кораблик. Ух ты, а что так резко-то? Что смотрим, почему так светло? Точнее, ярко. Блин, мне бы этого Фокса шибануть. 200 хп всего у этого корабля. Или это подводная лодка, я не знаю. Непонятные у нас тут лодочки, короче. Ё-моё, мы тут все в кучу. Особенно я, среди врагов. Вот. Действительно, один я, и тут их пятеро. Вот здесь их надо всех напалмом шпарить. Классно сейчас вышло, ребята. Очень классно. Вау. Как говорится, бинго. Одним меньше. Прищалыгой. Так, черебир. Иди-ка сюда, что-то там ныряешь у меня. Нырунчик. Как тебе, понравилось? Сейчас, сейчас, погоди, я еще подкоплю. На-ка тебе минометочки. Давай, 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 пушечка. Давай, давай, родная. На-ка. Уху. Отлично. Кто у нас там следующий? Не вижу цели, ребята. Почему такое море светлое, а? Даже как-то некомфортно немножко. Есть. Так, гад, он ныкается, ныкается за скалу. Ладно, хрен с ним, давайте вот этого Фокса. Уху! Победа за нами, ребята. Причем в сухую мы их порвали всех. Ух, вот это я понимаю, победа. Вот это я понимаю, адекватные люди. Так. Интересно, а где у меня тут рейтинг, а, ребят? Как его увидеть можно? Да не буду я никогда, блин. Отстаньте от меня своими похвалами. Так, ну что у нас сейчас, ребята, в магазин стоит идти или нет? Может, сразу в бой? Или посмотрим, что у нас здесь добавилось. Так, давайте за 20 можно купить еще. Но это были мои последние жемчуга. Редкий красный предмет. Угу. Пока у меня ничего не хватает. Это быстрее прицеливаться, в принципе, мне нафиг не нужно. А это что? Хрен, не хватает, блин. А этот у меня вообще без всего. Даже еще не снаряжен. За 10 тысяч давайте возьмем. Пускай у меня будут 3 лодки. На всякий случай. Погнали. А вот это что такое? Флажки. И это, наверное, рейтинг, да, ребята? Чем выше рейтинг, тем круче карта. Так, 3 русских в нашей команде. Ну, включая меня, конечно же. А враги тоже. 2 русских там есть. Из России. Ладно, поехали. Наша, ребята, здесь основная цель — как можно быстрее их обнаружить и, естественно, расстрелять. Чем больше мы урона им нанесем в первые секунды, тем лучше для нас. Вот здесь они где-то будут выплывать. Так что будем их здесь поджидать. Так, если что, у меня мортира, я буду с нее шмалить. Бьет она хорошо, далеко, и тем более захватывает неплохо объем территории. Опа-на, нифига ты, блин. Электрик хренов, блин. А, нет, это, короче, Штирлиц. Штилист. Короче, неважно, кто это такой, блин. Тигр, да, значит? Ну иди сюда, тигр. 45 хп у него, ребята, надо его бомбить. Отлично, доплавался, браток. Ха-ха-ха. Этот сладкий вкус победы мне нравится. Он мне к лицу. Иди сюда, родной электрик. Электрик. Стопудово русский. Наверняка работает электриком, блин. Да что ж такое-то? На-ка тебе. Из мортиры. Бум, отлично. Так, осталось только добить его, ребята. Соточка. Блин, чуть-чуть не хватило. Был бы у меня урон не соточка, а 104. Готов он сейчас будет. Отлично.
Так, а тут-то кто у нас такой? Эвил Купри. Оу. Так, ну у Купри, это, смотрю, 700 хп на корабле. На лодочке, блин, я не знаю, что это. Но у него осталось уже 374. Надо его добивать. Наши там как стервятники возле него крутятся. Он решил там отдохнуть, что ли? Ну, ты хорошо делаешь, братишка. Стой здесь, я тебя как раз буду расстреливать. Зарабатывать на тебе очки. Блин, как же долго перезагружается у меня оружие, а? Интересно, тут есть... Вот так вот. Тут есть, интересно, бонус к скорости перезарядки. Вот это было бы неплохо. Куда-то я в тупик, по-моему, заплыл, да? Надо отсюда выплывать. Итого, ребятушки, у нас 4 корабля против 2. То есть победа практически за нами. Пойдемте-ка встретим там. Вот он. Можно, в принципе, сюда завернуть. И как раз мы выйдем на него. Все, зажали его просто с двух сторон. Так, давайте еще разок мортирочку теперь. Блин, мортира не туда ударила. Вообще куда-то улетела, непонятно. Ах ты, ублюдок мелкий, на. Кто меня там бомбит-то? Кто-то сбоку, причем довольно неплохо. Я так боюсь, ребята, и не доживу до победы, блин. Великолепно. Вон он, гаденыш, а. 70 хпшек, а что ты выделывался, а? Все, сейчас я ему звездану хорошенько. Блин, промазал. Ну, правильно, волны, как сказали, могут поглощать ваш урон. Интересно, добью, нет? Есть! Есть, ребята. Так, сколько, интересно, я подбил, а? Посмотреть бы мне по статистике. Давайте заберем бонус, наверное. Итого 5, ребята, 5 я грохнул. Получается, всех, что ли, убил? Странно как-то. Ну да ладно. Ну что, можно, наверное, в принципе, приступить и к следующей битве. Что тут у нас? Ловец жемчуга. А, это донат. Нет, ребята, донат нам не нужен. Мы как-нибудь и без него разберемся. Улучшайте предметы, чтобы стать сильнее. Ух ты, это что, новая карта мне, что ли, открылась? Точно, вроде бы, да, ребята. Так что... Да нет, вроде бы та же самая. Ух, поехали. Точнее, поплыли. Ну, мортирочка-то, в принципе, неплохо. Единственный ее минус — это... То, что она отображает место приземления. То есть враг, когда наезжает на красное пятно на море или подъезжает, он может его просто объехать или переждать. Но если попадешь, то, как вы видели... Вот, смотрите сейчас. Отлично. Да, немножко, конечно, но тем не менее приятно. Ух ты, как мы их круто начали потихоньку деребанить-то. Черт, 282 хп у него. Успеем, нет? Отлично, 182 хпшечки. Ну, меня сзади там бомбят, ребята, бомбят. Причем жестко довольно. Почему именно меня-то, блин? Ядрить его на корень. Так, не уйдет, гад. Не должен он уйти от нас. Черт, они его прикрывают. Вот он, вот он, вот он, вот он. Ай, мимо. Ну как так? Ну 32 хп у него осталось. Ребята, это буквально плюнуть. Ну-ка, добьет мортира. Блин, чуть-чуть. Ядрить его на корень. Ребят, я боюсь, я не выживу. 117. Мне что, подожгли, что ли? Какая-то фигня меня режет нехило. Смотрите. Какое-то красное пламя. Это был поджог или что-то в этом роде. Давайте хотя бы этого бомбанем, что ли. Вот это другой разговор, блин. Да выделывался, чмошник.
10 хп, он все еще тут прыгает, а? Смотри на него. Давай-ка под мортиру попадись. Отлично. Итого, ребята, итого, ребятушки, 5 против 2. Должны расхерачить их. Преимущество на нашей стороне. Так, этот что-то стоит. Ни слухом, ни духом. На меня рванул, да? На меня. Нет, пушка у него в другую сторону пов... Блин, вот я и отплавался, а. Ладно, давайте глянем, как тут наши ребятушки справляются с ними. Ядрите его на курс. Смотрите, какой корабль здоровый, а. Не то, что наши тут лодочки маленькие. 900 хп. Ну, осталось уже 85. И отлично, его раскромсали. И еще где-то один остался. Болт Хорса. Какая-то там лошадь. А 85, так понимаю, это его год рождения, да, наверное? Попадает под мортиру он. Отлично. Молодец, умница. Блэкер добил все-таки козленыша. Пропускаем бонус. Ну, я в этом бою 3 корабля подбил. А, нет, 2. 2. А Блэксмит 3. Ну вот это другой разговор. Что такое? Открыто достижение боец. И открыта арена новая. Саб-Зиро. Ха-ха. Я, кстати, не прочь глянуть, что это вообще за карта. А тут что такое у нас, ребята? Почта какая-то. Ничего не понятно на ней. Ну что, ребята, в бой или посмотрим, что здесь есть? Давайте зайдем, наверное, в магазин. Что тут у нас? Тут у нас звезды и жемчуг. Тут у нас ничего. Тут за золото можно покупать, да? Угу. Смотрите, снайперская пушка, взрывная пушка, мортиры всякие, береты. Ёлки-палки, сколько, сколько тут всего. Ядрить тебя на корень, а? Смотрите. Красота. И это все можно будет потом получить. У меня пока просто обычный, тут необычный, редкий, эпический, легендарный. Да. И ценники, да, ребята? 750 тысяч золотых всего лишь-то. Так, ладно. Поехали в поисках неприятностей. У меня 143 ранг, ребята. Да, ведь 143? Да, 143. А тут у нас 191, ну и у нас 192 есть. Ладно, что тут у нас? Саб-Зиро. Где-то в Арктике получается, да? Ага. Так, ребята уже впереди. Отлично. Но аренки здесь, ребята, небольшие. Единственная разница вот, что, как вы видите, там были скалы, здесь у нас лед. И какие-то ящики везде плавают. Вон они, враги. Так, приготовились. Попадем, нет? Хрен там. Все мимо. Хотя кто-то там уже горит. На-ка, выпусти мои мортиры. Так, зеленые, ребята, это наши стреляют. Так что, я так понимаю, ничего страшного нету в этом. Наносит урон только если мы попадаем в красную зону. Ё-моё, что за кавардак здесь творится, а? Да-да-да-да-да, все в кучу. Моя лодка ни хрена не хочет плыть, а? Гад сзади-то, смотрите. Подождем, пропустим его. На-ка тебе, вдогоночку, сынок. Ну, попади, попади, попади. Хрен там, не попало. Зато в меня попали, ё-моё, и будут сейчас жарить, а? Ядрите его на корень. Что за пушка такая, которая так наносит много урона? Черт подери. Пол хп мне сняли, а? Ироды. Ух ты, ребятушки, у нас одного снесли. И у них также одного нету. Черт, этот здоровый корабль, а? У меня 41 хп, сейчас любой выстрел... Блин, зараза. Так, минус 2 с нашей стороны. Что-то не такое ощущение, что нас тут разберут. Да. Слишком фиговенькие у нас кораблики. Вы посмотрите, какие там уроды, монстры. И у нас какие хлюпики. Так, Agile Seal.
Давай, не подведи, братуха. Вот, видите, тоже он горит. Все, отгорел свое. И он один против четверых. Конечно же, тут шансов абсолютно никаких нету. Это чистый проигрыш. Посмотрели, блин, называется новую карту. Да, мы только одного бомбанули. И все. Ну что ж, ребята, на этом я буду завершать этот выпуск. Всем спасибо за просмотр. Мы обязательно с вами увидимся в следующих сериях. А вы пишите, стоит ли вообще в нее играть или нет. А на этом все. Всем пока, ребята, и удачи.